А у нее толстая броня, тут фига. Еще да завалило здание. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Абгай, Куёко, Енот, Робби. Пацанчики, поздравайтесь. Всем приветики, омлетики. Мы в Брикриксе снимали очень много классных построек, но ни разу не снимали обзор на бомбы. Поэтому, если опять угрожите, приятного аппетита, а мы сегодня делаем обзор на крутые бомбы. Погнали. Так, первая бомба называется Atomic Bomb. Блин, а если она взорвет сразу всю карту? Это будет смешно, наверное. Обода наверху. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она не взорвется так, не? Держите это для транспорта. Все, отлично, я бессмертный. Ну что? Ух ты! Тут нажимаю Е, детонейт. Нифига себе нажахает. А ну, Серега, взорви, я только подальше отлечу. А давай, смотри, на многоэтажку я закину. Давай вот самый... Нет, у нас следующие бомбы, потому что мы до конца ролика взорвем все тут здания. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что будет мясо. Серега, давай. Да, я отлетел. На. Так, подгружается, потому что мы эти постройки обзор вообще не делаем. Ух ты. Это просто гигантский перевозчик здоровенной ракеты. Дима, нажми, получается, на своей клавиатуре Paint Up. Нанес. О чем я и сказал? Хо-хо-хо-хо, я за карту вылетел! Дай-ка нифига я... себе колеса, они просто гигантские. А ну, Серега, давай, покажи, что она может. А можно как-то эту ракету все-таки управлять? Там вверх ее отправить или вниз? А, я вижу, тут есть здоровый подъемник. Можно, можно. А как? Не то, Серег. А, пейнчап. Пейнчап давай. Даун или пейнчап? Даун нажимай. Нифига. Можешь через альт попробовать. Альт надо нажать, Серега, а потом уже пейнчап. Точно, мы вспомнили, ребят. Во, Серега, ты запускаешь. Я поднимаюсь. Блин, она просто гигантская. Серега, ты уже подожди, запустил движки. Подожди, нет, это не я, это енот нажал. Я нажал? Не, Серега, никто ничего не нажимал. Давай, тягу, добавляй. Есть, полетело. Серега, нажми. Справа на клавиатуре, нажми на 2. Воу, ты ее активировал. Да. Нифига себе, там еще часть какая-то лагает. Не до конца, конечно. Во, еще раз. Ой, какая она небольшая. А ну-ка, давайте, взрывайте ее. Бомбись. Мне интересно, здание развалится, которое рядом находится, или нет? Прикольно. Ну, не сильно и мощно, да? Не, она слабая. Только миллион запчастей от нее отлетает. Просто красиво, да, разлетается? Хорошо, давайте следующая постройка. Б-53. Ой, это что-то, ребята, посерьезнее, мне кажется, да? И обратите внимание, здесь значок радиации. Готовы? Не, стой, Серега, стой, дай. Я отлечу. Ой-ой-ой. 3, 2, 1. Че? Всрало. Ух ты! Это мы лоханулись. Прикольно, кстати, взорвалась, мне понравилось. Ну слабо, да? Давай, короче, возле здания я прям под небоскреб ее поставь. Сейчас. Под самый низ. Под самый низ, да, сможет завалить или нет? Вот так, да. Ребята, напишите в комментариях, завалит или нет. Нет, нифига. А, она еще не активировалась. А у нее толстая броня, тут фига. Еще да и. Завалило здание! Блин, люблю такое делать. Давайте возле этого здания будем дальше. Сколько бомб, столько и зданий. Представьте, здесь будет у нас в паке бомба, которая разрушит весь город. Есть такое, может. Бомб царь. Царь бомба? Да. Большая будет. Ого! Да ну ладно! А ну, может, она также умеет делать? Сейчас проверим, альт. Хотя нет, тут не было, что ей блокировать. Что-то отлетело от нее. О, я ее взорвал! Че, да ладно! Фига ж не сколько моторов. Так, я ставлю эту бомбу, пацаны. Хочу далеко отлететь, чтобы вы ее взорвали. Давайте, взрывайте. Кто ее может взорвать? Бум. Ну, если смотреть сдалека, взрыв не такой уж и мощный, как хотелось бы.
Хорошо. Дома он разрушил нормально, так, Дим. Два дома сразу улетело в небытие. Хорошо, давайте вот этот дом будем проверять на прочность. А бомбы на мощность. Следующая Atomic Bomb. Ядерная бомба. Да. Ого! Я отлетаю сразу. Взрывайте. Погоди, Дима, она отвалилась. Развалилась бомба, да? Да давай. Воу, я видел, как стекла повылетали, прям радиус ее. Но круг есть такой, но не прям большой. Она цепляется еще, можно зацепить ее за что-то. Следующая у нас Томас. А, так это паровозик Томас бомба, сейчас увидите. Вот, блин, сразу взорвалась. Увидели. Нифига себе она жахает. А ну-ка, давайте, поставьте еще раз и взорвите ее. А как ты... Я ее взрываю. В камере свободно. Да что ж такое? Давай я взорву. Да нормально, нормально. Нифига себе ты взорвал, Дима. Ого, это ж сколько у меня взрывчатки. Это... Да что, я ничего не сделал. Ты перевернулся. А, этого достаточно, да? Так, я нажал влево или вправо просто, и все. Ну вот. Так, еще раз ставлю, так в этот раз я надеюсь, что будет все хорошо. Так я вперед чуть-чуть нажимаю, все, я понял. А, Дим, это я ракетница. Понял. Она заскриптована. Я знаю, может, когда мне садится, надо альт отжать. А ты смотри, Дим, у нее правая сторона, видишь, в ускорителях. Это типа ракетница. За это она не падает. Вот это оно жахает. А задним дает. Спокойному. Но задом можно и кататься, слушай. Я понял. Прощай! Ты что ты здание все ломаешь? Так, летим к следующему зданию. Какие у нас еще тут здания целые? Вот, тут еще тут пятиэтажки у нас остались. Давайте тут будем. Так, следующая бомба. Напалм бомбс. О, так сейчас все будет гореть. Едить, колотить, оно просто падает и все горит. Снесла все пятиэтажки. Да, 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 да. А вот одна есть. Парковка есть еще. Подожди, что она делает? Она с таймером, не? А, вот, где? Просто взрывается. А, такая какая-то просралка. Ну да. Пушка, пердушка. Во, ребята, это что-то сейчас будет эпичнее. Реалистик нуклеар бомб. Ой, ё-о-о. Что произошло? Я буду эту бомбу, ребята, ставить на поле, потому что что-то там мешает ей появиться. Так, давайте все-таки реалистик нуклеар бомб. Ух ты! Со стороны это выглядит очень странно. Прикольно? Ядерный взрыв. Оно выглядит, да, на ядерку. Грибочек такой. Видите, колотить, оно взрывается. Неплохо, неплохо. Улетело. А, не, это еще не парковка. Вон падают какие-то запчасти еще. Так, давайте очистим карту, потому что что-то мы, как всегда, сдали в аханале. Ребята, моя бочка. Не забудьте обязательно написать, какая бомба больше всех вам понравилась. Пока мне еще никакая не нравится, потому что слабые, все слабо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, выходим с бомбы. Все, я сделай бессмертие, Дим, а то ты сейчас прибомбанешься. Готовы? Да. Давай. Давай. Бомби. Ой, красиво. Она прям как кластерная бомба. Да-да-да. Она скидала и взорвалась. Так, это было прикольно. Так, глобомб, друг. О, я знаю эту машинку, это моя любимая. О, она заминированная, да? У нее на альт можно управлять как в этот... погрузочном и выкинуть ее. Можно ее отстегнуть. Не-не-не, мы сейчас, короче, отъедем, и вы ее взорвете базуками. Блин, она прикольно управляется очень. Давай на парковку, Дима, на парковку. Не, я хочу возле дома встать. Так, сейчас я выйду только с нее. Стоп. Чик. Выходим. 3, 2, 1. Нет. Тут слабо. Просто. Погоди, мы бомбу. О, нифига себе слабо, неплохо. Грузовик целый еще. Да ладно, такого взрыва. А, нет, но да, он вот идет время. Вот тут кнопку нажимаешь, время идет. Кто-то нажимает. Это я случайно нажал, там же 3 кнопки. То есть, если я буду разминировальщиком, мне не давать разминировать бомбу. Погоди, я... погоди. Так,
тут H-button. Тут должно время идти. Тут это надо обезвредить бомбу. 2 минуты, короче. Молодцы. Это я, профессиональный разминировальщик. Бомба слабая. Так кто? Не наступайте на нее. Стойте. Ого! Это что за катапультация от моего имени? Нифига себе, вот это я именно дал. Так, подождите, а почему эта машина сразу взрывается? Ого! Я даже не ожидал, что просто при касании такое случится. Друг сейчас взорвется. А, ты вот она. Праздник нам приходит. Неплохо, да? Праздник. Праздник нам пришел. Бомбы. Прям салют из машины какой-то. Бомба нам принес. О, надо было нам когда бомбы активировать в следующий раз, если будем записывать, ролик наберет 3000 лайков. Интересно, взорвется бомба, если ее кинуть в мясорубку. А давай, может, под паровоз кинем бомбу? О, поставим на рельсы. Точно, хорошая идея. Ребята, напишите в комментах, взорвется бомба, если ударит поезд. Не взорвалась! А почему не взорвалась? А вот. Взрывной механизм, потому что не задели. Если сейчас опять бомба не взорвется, это будет прикол. А, не, взорвалась. Монах. И поезду пофиг вообще. Да, тут поезд заскриптован. Этот поезд напоминает мне с игры GTA 5. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Еще. Это сейчас.